Ломексин – инструкция по применению лекарственного препарата. Владелец регистрационного удостоверения – Recordati Ireland, Ltd. Ирландия, код ATX, G01AF12, активное вещество, фентеконазол, лекарственная форма, ломексин, форма выпуска, упаковка. И состав препарата ломексин. Капсулы вагинальные мягкие, овальные, блестящие, желтоватого цвета, содержимое капсул, густая однородная маслянистая суспензия белого цвета. 1 капс. Фентеконазола нитрат 600 мг, 1000 мг, вспомогательные вещества, лецитин соевый, парафин жидкий, петролатум. Состав оболочки капсулы, глицерол, желатин, пропилпарагидроксибензоат натрия, титана, диоксид, этилпарагидроксибензоат натрия. 1 штат блистеры, 1 пачки картонные. 2 шате, блистеры, 1 пачки картонные. Клинико-фармакологическая группа. Препарат с противогрибковым действием для местного применения в гинекологии, фармакотерапевтическая группа. Противогрибковые средства, фармакологическое действие. Противогрибковый препарат широкого спектра действия для местного применения в гинекологии. Фентеконазол является синтетическим производным имидазола, его рацемическая смесь в форме азотнокислой соли фентеконазола. Оказывает местное фунгицидное и фунгистатическое действие. Обладает также антибактериальным и противовоспалительным действием. Механизм действия заключается в ингибировании синтеза эргостерола, регулирующего проницаемость клеточной мембраны грибов. Активен в отношении дрожжевых грибов Candida spp, включая Candida albicans и грамположительных бактерий Staphylococcus aureus, Streptococcus spp, а также в отношении Trichomonas vaginalis. В отличие от других известных азольных соединений, в частности, эконазола, миконазола и кетоконазола, фентеконазол ингибирует биосинтез протеаз Candida spp. При концентрациях ниже МПК, от 0,25 до 16 микрограмм, мл. Это действие не зависит от величины антимикотической активности и обусловлено ингибированием одной из стадий образования протеолитических ферментов дрожжеподобными грибами. Показания к применению: вульвовагинальный кандидоз, вагинальный трихоманиас. Способ применения и дозы. Одна капсула, 600 мг или 1000 мг, вводят глубоко во влагалище в положении лежа перед сном однократно. При необходимости проводят повторное применение через 3 дня. При лечении инфекций, вызванных Trichomonas vaginalis, возможно повторное применение капсулы, 600 мг или 1000 мг, через 24 часа. При недостаточной эффективности возможно проведение повторного курса через 10 дней. Побочное действие – аллергические реакции, крапивница, сыпь, эритема. Местные реакции – жжение, зуд, раздражение в месте применения. Ломексин, как правило, хорошо переносится, побочные эффекты носят транзиторный характер и не требуют отмены препарата. Если пациентка заметила какие-либо другие побочные эффекты, она должна сообщить об этом врачу. Противопоказания к применению. Повышенная чувствительность к препарату, беременность, период лактации, детский возраст. Препарат нельзя назначать во время менструации. Применение у детей противопоказан в детском возрасте. Особое указание. При продолжительном применении препарата возможно развитие сенсибилизации. В этом случае необходимо прекратить лечение, и пациентка должна обратиться к лечащему врачу. При отсутствии эффекта в течение 3 недель терапии лечение следует прекратить и уточнить диагноз. Курс лечения целесообразно начинать после менструации. Во избежание реинфицирования рекомендуется одновременно проводить лечение партнера препаратом ломексин кремом вагинальный 2%, который наносит на головку полового члена и крайнюю плоть. Влияние на способность к управлению транспортными средствами и механизмами нет данных об отрицательном влиянии применения препарата на способность управлять автомобилем и другими транспортными средствами. Лекарственное взаимодействие. Лекарственное взаимодействие препарата ломексин с другими лекарственными средствами не выявлено.